Готово? Да. Так, два куска говядины. Это не прошедшая заморозка. Заморозка. Нет, нет, вкус. Они такие своеобразные. Так. Мясо выдержанное, вполне возможно, что оно получается как отличает. Это вот у нас прошло. Вот это прошло. Замороженное, а это не прошло. Цвет у них уже разный. Разрежем с торца. Внутри цвет одинаковый. Кроме самой поверхности. Еще раз проверяем. Это цвет поверхности. Это цвет внутри. Ну вот она полежала, то, что было не замороженное, и осветлилось. Мне кажется, что там что-то они кладут в упаковку. Не трогай, не трогай, ничего. Сейчас я принесу. Образец, который был. Вот образец, который не полежал осветленный. То есть наш соответствует по цвету снаружи, соответствует не вскрытому оригиналу. То есть осветлившийся образец, который подождал ночь. Да. Холодильник. Этот имеет такой же цвет. Во вскрытом виде. Структура. Вот такая структура, вот такая. Не знаю, в чем разница в структуре. И смотрим еще раз с торца. Здесь такая структура. Здесь вот такая структура. Еще раз режем. Режем. На срезе консистенцию смотрим. Вот отрезали, он отпадает кусочек. Или тут. Степень отпадности у них одинаковая. Еще раз. Одинаковой толщины. Вот он одинаково движется. Давайте пожарим. Давайте пожарим.